Блин, люди, откуда у вас энергия? Вам что, 5 лет? Я тоже этому удивляюсь, когда вижу энергичных людей. Не знаю, в чем их секрет, может они высыпаются. Только что понял, зачем в Жигулях делали такой тюнинг, как на фото. Все потому, что в вазе должна быть роза. О, ничего себе, время каламбуров. Это просто гениально. Согласен, в вазе должна быть роза. Ну или в тазу. Ну, ладно, не буду развивать эту тему. Мамины уси-пуси, милота. Я вижу цены на лечение зубов. Тоже я покупаю блендер, потому что дешевле перемалывать всю еду в пюре. Хитро. Ну, типа, короче, вот, ну... Информация, которую я хочу донести. Вся команда проигрывает. Тот самый чувак, который доел бутерброд и теперь может играть 2 руками. Ну, держитесь. Чик-чик. Когда Пеннивайз хочет утащить тебя в канализацию, ну ты не пролазишь. Я в 10 лет, когда увидел свое имя в учебнике задач по математике. Как справиться с популярностью? Работодатель. У нас очень комфортные условия работы. Их комфортные условия. Я на остановке, жду автобус. Автобус не едет уже полчаса. Я на секунду отвлекаюсь. Автобус. Кто не успел, тот опоздал. Друзья, у меня есть для вас офигенная новость. Мы с Димасом последние 2 месяца делали офигенный сайт, который называется Мимозг. Адрес mimozg.ru. Это что-то по типу социальной сети. Вы можете там зарегистрироваться, публиковать свои мемы. Там есть лента мемов. Свежих или популярных за 24 часа, за неделю, за месяц, за все время. Есть страницы пользователей, можно подписываться друг на друга, ставить лайки, комментировать. Я уже на днях объявил, что мы открываем этот сайт для пользователей, поэтому там уже есть больше 200 пользователей зарегистрированных, уже больше 500 мемов, по-моему, там разместили. В общем, там уже началась движуха. Еще на сайте есть прикольная функция, можно получать награды. Это такие значки в профиле, и первые 1000 зарегистрированных пользователей получат награду первооткрыватель. Так что торопитесь, чтобы зарегистрироваться. И, конечно же, публикуйте там свои мемасы и становитесь популярными на mimozg.ru. Да, сразу попрошу, публикуйте, пожалуйста, фотографии в хорошем качестве и обрезанные ровненько, а не просто скрины широкого экрана. Потому что в ленте такое смотрится не очень и, соответственно, не очень хорошо собирает лайки. А хорошие чётенькие мемы – это самое то. А самое главное, друзья, что теперь раз в неделю я буду делать видео с подборкой лучших приколов с сайта mimozg.ru. Так что, если вы хотите, чтобы ваш мем попал в видео на моем канале, регистрируйтесь на сайте Мимозг и присылайте свои мемы. Ну и конечно не забывайте, что сайт мы только сейчас открываем для пользователей, поэтому там могут обнаружиться какие-то ошибки, например. И если вдруг вы обнаружите какую-то ошибку или баг, вы можете воспользоваться встроенной системой техподдержки и описать проблему, с которой вы столкнулись. Ну а мы постараемся ее оперативно исправить. В общем, ссылочка на сайт есть в описании, залетайте, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Ну а теперь поехали! Чем больше женщину мы любим, тем чаще жарим ей шашлык. Это любовь. Мне сейчас столько лет, что я помню это. Кто пишет воспоминания, разблокированы. Сволочи, тигра-то за что? Все в сборе. Малинка, тигр, черника, там что-то еще. Но там может не тигр, там сила тигра. Девушка делает селфи с фильтрами в общественном транспорте. Я, который сижу позади. Пока мы живем в 2022, этот парень живет в 3033. Размер мозга мега. Размер мозга мем. Родители года. Сына, все люди умеют читать мысли. Ты единственный, кто не умеет. А, капец. Блин, я же точно покупал чипсы. Ты их не видел? Не видел. Нам нужен сокол домой. А-а-а, нифига себе. Мужик, ты чего? Добрый день, а есть что-нибудь от голубя на голове? Может, мазь какая-то? Восхитительная резьба по дереву. Кто-то пишет, не удержался. Это реально смешно. Водомерка, заработай. Так, блин, как мерить воду?
Не пей, Иванушка, человеком станешь. Вот и дебил, иди теперь на завод, а после смены таксовать. Не, таксисты обычно владельцы заводов, ну, судя по их рассказам. Путь к моему сердцу лежит через... Кто пишет «захотелось». Удалите 22 мема, мемы занимают много места. Ноу. Я скорее дипломную работу свою удалю, чем мемы. Мемы это нужное. Вот она, любовь с первого взгляда. Мне срочно надо такую, мне срочно надо такую, мне срочно надо такую. Прикольная тема, и чё, она прямо так лук режет на кубики? Нифига себе. Когда вырос и решил купить Принглсов на всю зарплату. Похоже на консервы Принглс. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Теперь ты злишься, когда в магазине делают перестановку. Не все поймут. Кто пишет, что это, если не жиза? У меня так, но только там кошки. Ремейк фильма «Бумер» для 40-летних. В финальной сцене Димон не забирает с места ограбления пацанов, потому что у него в машине детские кресла. Вот бы к 30 годам все зубы выпадали и вырастали новые, здоровые, крепкие, суперкоренные зубы. Кто пишет, короче, чтобы зубы были крепкими, нужно яйца блендометом мазать, я в рекламе видел. Не, тогда яйца будут крепкими. А про то, что нам нужны суперкоренные зубы в 30 лет, это я согласен полностью. Тебе какие женщины нравятся, умные или красивые? Ни те, ни другие, мне нужна только ты. Минуточку. Красиво, красиво съехал. Ну, если она тебе ничего на это не ответила, кроме «Ой, какой ты хороший мужичок», то она красивая. Ну, в альтернативе «умная» или «красивая» она красивая. Ты кто из Гарри Поттера, кстати? Мне кажется, Гарри Поттер, а я твоя Джинни Уизли. Что думаешь? Я тролль из женского туалета. Приемлемо. Ты где? Гуляю. Почему ты посуду не помыла? Ты не говорила. А ты что, сама не знаешь? А у тебя что, языка нет, чтобы сказать? Переиграла и уничтожила. Но получишь пожом пяты. Гарри Поттер в первой и второй части. Гарри Поттер в третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой частях. Кто пишет, ну не знаю, вторая часть меня пугала побольше последующих атмосферой того, что рядом с главными героями ползает до усрачки стрёмная и огромная тварь. Кто пишет, зря ты так о Гермионе. Да не, он же про Василиска. А еще в первой части криповый момент был, где Гарри Поттер в лесу встретил Волан-де-Морта, который типа пил кровь единорога, там что-то такое было. Такой страшноватый момент. Ну, когда я мелкий был, мне было страшновато. Сейчас-то мне уже ничего не страшно. Ну, в Гарри Поттере. Ничто не старит женщин так, как возраст. Чем старше человек, тем больше ему лет. Возраст приходит с годами. Сказали как ртом. Как? Чего? Это Асётр? Иду по улице, ищу адрес, телефон разряжен, надо у прохожих спрашивать. Вижу, мужичок идет, с виду местный, подхожу к нему и говорю: «Извините». Мужик кладет мне руку на плечо, говорит: «Ладно, забыли». И уходит. Красава, не растерялся. Конфетно-букетный период? Не-не-не, шашлычно-пивной период. Не одобряем, не одобряем. Одноместные скамейки, словно созданные специально для интровертов. Моя мама в 30, полна сил, жизни и энергии. Я в 30, просто полна. Рэп-клипы в начале 2000-х такие. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Не забывайте переходить по ссылочке в описании на сайт mimosk.ru, регистрироваться и присылать свои мемы. Также залетайте в наш телеграм-канал, в паблик Мимоск ВКонтакте и читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.